Межведомственными рабочими группами и сотрудниками Государственного пожарного надзора за сутки проведено 109 рейдов, в ходе которых обследовано 4576 жилых домов. С гражданами проведены беседы, розданы памятки с профилактической информацией. По итогам рейдов сотрудниками МЧС, МВД и лесной службы к административной ответственности привлечено 29 граждан. По данным космического мониторинга, днем на территории Алтайского края зафиксировано 19 термически активных точек.